И не надо говорить, что нельзя уточек кормить хлебушком. Остров скрывается за туманом. Здравствуйте, собачка. Очень сладенькая. Желтенькая кормушечка. Смешная, да, собака у нас сытая? Глупые уточки решили поесть хлебушек, который мы им принесли. И не надо говорить, что нельзя уточек кормить хлебушком. Можно. Вот такая вот у нас лепота сегодня. Остров скрывается за туманом. Вот в камере что-то еще просвечивается и видно остров, речку, деревья. А на самом деле почти не видно. Здравствуйте, собачка. Игруля. Как хорошо водить киши, да? Очень сладенькая. Что там? Непонятно, да? Что там? Кто там? Может, там рыба живет, а?
Ты пошла уток ловить, Вишнялина? Это невозможно не снимать и не делиться. Это очень красиво. Туман уже и разошелся. А утки на посиделках. На посиделках. Поет птичка, и там на фоне пролетел ястребиноподобный, поэтому вороны орут. Вон посерединке его вороны погнали. И вот такой сюда втесался. Желтенькая кормушечка. Это, конечно, не самшит, а брошенхум. Ну тоже красиво, вон там птички. Воробушки. Кто тут бродит, Вишнялина? Что это за вишневочка? Хитрюгочка моя. Смешная, да, собака у нас Ита? Мы на горе. Мы на горе. Вот так вот красиво. Ну, хоть себя покажу. Вот развлечение. Смотри, все прилетели. Эй, легавая собака.
Вот радость, да? Ей маленький будет красивый. Да. Вот веселье какое, да, вышло? Красивая. Viņa nebūs. Varat neuztraukties. Viņa ir speciāli iemacīta. Вишня! Пойдем. Распогаживается. Солнышко такое у нас выскочило.